Блядь, это у тебя было? Не знаю. А, нет, у него был. Как зовут? Денис. Полетели. Так пойдет, как бы. Болели, понацепляли. Стой. Ну так ничего, нормально. Надо по высоту, высоту побольше. Мало. Ну что, стрессы полезные, кстати? Мне стрессы не полезные. Ну, а когда это? Будет день прыгать? 100-200 метров прыгать вообще? Сейчас. Соточку-то нормально прыгать. Там еще секунды две, наверное, да? Добавится.